Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков встретился с жителями микрорайона Трехгорка в офисе местного отделения на Можайском шоссе в Одинцово. Обсудили проект благоустройства детской площадки возле дома номер 6 на улице Чистяковой по программе инициативного бюджетирования. Жители озвучили свои пожелания. Вместе с профильным управлением администрации они взяты в работу, сказал парламентарий.